Итак, сегодня 14 января 2020 года. Сегодня я успел попосевать и приехать на остров Хортица. Перед нами находится мост Преображенского. Сейчас мы пройдемся по панораме. Сейчас 6 часов 40 минут. Днепр тих и спокоен. Перед нами Днепрогесс. Габаритный груз. Кран, наверное. Сопровождают его. Перед нами Днепр, тишайший и величайший Днепрогесс. Итак, я забрался вниз, и теперь каким-то образом надо, не потерпев аварию, не потерпев крушения, забраться наверх, чтобы идти дальше. Я надеюсь, будет все хорошо. Поднимаясь наверх, я увидел вот это, как сказать, по-моему, это заячья капуста. Не знаю, как на самом деле, но она вот такая. Я благополучно выбрался наверх. И идем вот к трем мачтам, только не на том берегу, а на этом. Везет мне сегодня на электричке. Эта электричка, наверное, пошла на Никополь. Красиво идет. Ну что, удачи им в новом году. Почти Восточный экспресс. Голубой вагон бежит, качается. Всех, у кого есть день рождения сегодня, днем рождения. Вот такими местами мне приходится добираться, чтобы встретить этих уток, которые не хотят встречи со мной в этом году. Но вот они все-таки потихоньку плывут куда-то. Сейчас мы так к ним поближе подойдем. И все-таки они меня услышали. Подрейфовали дальше. Вот так они перевезли. Ну, впереди Днепрогесс, впереди три мачты. И впереди Валя Юдаева, которую я должен сегодня поколядовать. Попосевать. Во. Вот это, как мне говорил Саша Богданов, это был дзот. Или дот, скорее всего, что дот. Его состояние сегодня никакое. Наши люди испортят все. И если бы у нас было сегодня хорошее освещение, этот дымок бы от заводов был бы красиво смотреться. А так просто, ну, я думаю, что вы его представили. Запорожье, город промышленный. Ну что, вид моста Преображенского с этой точки. Днепр тих и спокоен. Я бы так сказал, что мост за нами наблюдает и присматривает. Это берег
Хортицы. А, течение пошло, вы видите? Я могу сказать только одно. Этот огонек зажигал не я. Вот так я встретил интересный кадр. Интересный момент. Кто-то здесь сидел, кто-то поставил эту свечечку. И она горит. Получается, мы не одиноки в этом мире. Пусть горит свеча. Как пел Звездинский, сгорают, плачут свечи. Сегодня 14 января 2020 года. Сюрприз! Вот так. Как они говорили, и на камнях растут деревья. Здесь росло дерево. И, скорее всего, будет расти дальше. Что сказать? Не думал, что я попаду на эту высоту. Но я на нее попал. Забрался. Запыхался. И вы слышите, что все-таки мне надо заниматься спортом. Физкультурой хотя бы. Но я вам все равно показал вид с этой верхней точки. Перед нами опять же тот же самый мост Преображенского и мост, который не построен неизвестно кого. Ну а тут мы опять видим панораму Днепрогесса. Надо идти. Все-таки я поднялся наверх и направляюсь к музею Запорожской Сечи. Фух. Путь мы начали с вами вон где-то там, где огоньки. И так медленно, но уверенно мы подошли к музею Запорожская Сечь. Сейчас мы находимся рядом с ней. Вас с наступившим старым Новым годом! С наступающим Новым годом всех! Запорожцев, счастья, здоровья, мира, благополучия! Откуда вам? Мы сейчас говорим? Мы говорим правый берег. Хортицы. Хортицы. Говорим с Хортицы. Правый берег Хортицы. Цветущий край. Вы часто приходите сюда? Ежедневно, каждый день утром. Рекомендуете? Рекомендую ходить, набираться здоровья и благополучия. Я спрошу такой коварный вопрос. Снега мы дождемся? В этом году будет снег в феврале. Спасибо большое. Здоровья и удачи. О, это от мельницы. Какие-то части. Перед собой мы видим универсальный барометр. Если мотузка висит спокойно, погода добра. Колыхается ветер. Мокро, буф, або йде дождь. Холодно, буф, або мороз. Не видно, и мла, або темно, и впала землетрус. Землетрус нам не надо. Получается, согласно этому барометру, погода спокойная и хорошая. Вперед, Миша! С наступившим старым Новым годом вас! Не знаю, как на ваш взгляд, но я считаю, что я свою задачу выполнил. Я добрался до музея на Хортице. Перед нами во всей красе Днепрогесс. И впереди у нас новый
2020 год. Я надеюсь, он будет удачным, хорошим во всех отношениях.